Это Transport от компании Flame. Неплохой волчок. Вот такой он, типа, красивенький. А это Transport от нашей легендарной компании SB. Я хочу сегодня сравнить эти два бэя и узнать, какой из них лучше или хуже. И скажу вам, почему лучше стоит взять два Transport'а от Flame и от SB. Transport от Takara Tomy, чип у него вот такого цвета. То есть вот такой голубой с вот таким драконом. У СБ он такого темного цвета. Это, как я понял, они брали от... концепцию брали от Трансфорта, который идет с прожарочной X-арены и пускателем. Вот. Они оттуда, походу, взяли этот Трансфорт с чип и поставили в обычный типа Трансфорт. По цветам, получается, по Рэчету они похожи по цветам. А вот бит... больше к оригиналу, по-моему, даже оригинальный цвет это у СБшного. То есть вот, а у Flame более светло-голубой, из-за этого получается бит оригинальный у Transport от SB. Но в чем прикол, я заметил. Для этого я разберу бэй. Еще раз, давайте покажу вам их сзади. Вот. И в общем, прикол в чем, что я покупал почему этого Transport от SB, из-за того, что у меня, у моего Transport сломался один из вот этих щелчков. Вот, этот уже тоже клеился, и вот тут уже просто я тут нарастил отдельный щелчок. Вот этот, типа, держатель, то есть вот этот. А фриспин, сейчас посмотрим, типа, вот как фриспинит. Как фриспинит Flame. Рэтчеты. А вот никто не может, короче, повторить нормально рэтчет. Объясню почему. У Flame тут, по теории, должен быть 3.60, но это 3.50. Что он ниже оригинала. А здесь это 3.80. Высота вот этой штуки, оно, то есть, она выше. Вот, видите? Оно просто выше. И из-за этого это 3.80. Потому что они, он наравне. Вот давайте вот возьмем такаровский 3.80. И видно, что эти штуки на одном уровне. Они, то есть... СБ поставили сюда 3.80, но просто без дополнительного высокого ободочка. Вот, вот это. Просто обычный вот так. И вот в чем прикол получается. Минусы есть и у СБ, и у Flame. Но давайте попробуем потестить, посмотрим, кто из них выиграет. И там я... А потом я объясню, почему стоит взять и его, и его. Давайте сначала посмотрим, как гоняет Flameский. Видно. СБ. Из-за того, что у СБ он просто вот так легко фриспинит, из-за этого, понятно, он гоняет быстрее. Потому что если вот Flameский... Или вот, например, Такара, то СБ тут просто, ну, очень легко крутится. Из-за этого даже слышишь, что он, типа, бит вращается на месте, из-за этого немножко ему сложно разогнаться, но потом все равно получается мы его экстрим. Погнали тестить, короче. Трансфорд пойдет Трансфорда. Давайте поиграем до 5 баллов. Флейм, Такара. СБ. И сокрушительная победа за флеймским трансфортом. Четыре-ноль. 2. И СБ победила. Короче, давайте тестить против других боев.
Защитный визор Кайроу. Сокрушительная победа. Начал. Найтланд. Взрыв. Мне это очень сильно не нравится. Рина. Да. Какого фига? Ну серьезно, это что? СБ? СБ, алло! Чё за какаху мне подкинули? Всё, но ладно. Идар Феро. Неужели будет первая, еще одна победа? Да. Визард выиграл. Воу-воу-воу-воу-воу! Мощно. Кобальт Дрейк. Да, что? Ладно, Трансфорд. Карт! Карт! Вот видите, я вот оставил его на экстриме, как он еще крутится. Экстремальным финишем еще и выкинул его шарк. Конечно. Hell. Транспорт. Ну это типа, чтобы вы понимали, типа трансфорд взорвался как бы. Короче, итоги из бешеного трансфорда. Это взрывучая штуковина из-за Рэтчета. Но мне кажется, ну вроде бы он сейчас уже под конец битвы уже стал реже взрываться. Не, ну все равно он взрывается. Ну короче, в чем прикол? Я хотел рассказать, почему стоит взять этих два боя. Ну, во-первых, вы должны будете просто взять из-за слоя, потому что СБ качественный слой. И просто, там, не знаю, взять. Вот, я планирую сделать так, просто я могу советую вам так же сделать, как и я. Я, скорее всего, ну, не то, что скорее всего, я так и буду делать. Разберу этот аватар, отдам этому, а этот этому. Рэтчет возьму флеймский. И обид возьму, например, СБшный. Какой там будет качественно держаться. Флеймский, по-моему. Или СБ. Не, нормально. Во. Ну, СБ. Вот. И я вот такой будет у меня, короче, трансфорт. Типа супер кастом. Типа СБ плюс флейм. Будем считать такаровский. Был такой обзорчик на трансфорда от компании СБ. Скажу честно, я тоже, я планирую покупать еще парочку БФ от СБ. Ну а с вами был я, Антон Лимон, обзор на трансфорд от компании ISB. Всем удачи и всем пока.